Видновская районная библиотека располагает универсальным фондом, и это позволяет ей обслуживать самые разнообразные категории читателей. К их услугам просторные светлые помещения, читальные залы для взрослых и детей, информационно-библиографический отдел, электронный книжный каталог. Работает компьютерный кабинет на 10 мест, где можно воспользоваться электронной почтой, интернетом, поисковой программой «Консультант Плюс». Желающим предоставляется целый ряд платных услуг. Ксерокопирование, отправка сообщений по факсу, запись текста на электронные носители и многое-многое другое. Библиотека имеет собственный сайт, который постоянно обновляется. Мы сейчас работаем в новом проекте, в пилотном проекте, который контролируется губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым библиотеки «Перезагрузка». Это большая честь для нас, но и большое увеличение работы. Активно мы сейчас начали работать с молодежью. В библиотеке организован молодежный досуговый центр «Кинетика», где ребята общаются и проводят самые разнообразные мероприятия. Недавно была студенческая вечеринка. Мне кажется, это самая замечательная идея, которая могла возникнуть только. Ну и раз это библиотека, нельзя обойти тему литературы никаким, да, никак нельзя это обойти. И для меня, как для участника литературной студии молодежной под названием «Акцент», это является самым главным событием месяца, когда мы приходим в библиотеку, делимся своими эмоциями, да, делимся своими стихами или прозой, учимся чему-то новому. Областной проект библиотеки «Перезагрузки» рассчитан на 3 года. В первый пилотный этап среди других районов Подмосковья вошла и Видновская. Мы должны составить дорожную карту, организовать рабочую группу и подумать, как мы можем внедрять у себя в районе вот такой проект, направленный на создание, на позиционирование новых креативных форм работы, которые будут интересны, востребованы населением. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.